Наверное, с Бориса Полевого и заканчивая Анатолием Ивановым. Я вот современных, правда, я не могу сказать авторов. «Цинковые мальчики», но правда о войне не Великой Отечественной, а афганской войне. Там повествуется о личных переживаниях людей, потерявших своих родственников на войне. Про мальчика, который был разведчиком, ему было лет 9, он переплывал в Волгу туда-обратно и добывал информацию. Потом его расстреляли. Я не помню, как называется. По-моему, «Красная звезда». «Бабий Яр». Это книга на все времена. Я ее читала, когда была студенткой, но тогда был это сам издат, потому что Анатолий Кузнецов был запрещен. И сейчас я ее перечитываю. Это сильнейшая книга, которая пронизывает до глубины души, а об этом нельзя забывать. «Блокада». Книга. Очень хорошая книга. Показана, ну, настоящая жизнь людей во время блокады. Во Второй мировой, наверное, все-таки судьба человека. Все-таки это такая личностная история о человеке, который попал в концлагерь, который там смог выжить. Да, это, наверное, по моему мнению, лучшее произведение. Все книги, они как бы, как каждая книга, это особая жизнь. Это судьба людей. Поэтому я даже не могу назвать, какая самая любимая. Они все любимые. Наверное, с Бориса Полевого и заканчивая Анатолием Ивановым. Я вот современных, правда, я не могу сказать авторов. «Цинковые мальчики», но правда о войне не Великой Отечественной, а афганской войне. Там повествуется о личных переживаниях людей, потерявших своих родственников на войне. Про мальчика, который был разведчиком, ему было лет 9. Он переплывал в Волгу туда-обратно и добывал информацию. Потом его расстреляли. Я не помню, как называется. По-моему, «Красная звезда». «Бабий Яр». Это книга на все времена. Я ее читала, когда была студенткой, но тогда был это сам издат, потому что Анатолий Кузнецов был запрещен. И сейчас я ее перечитываю. Это сильнейшая книга, которая пронизывает до глубины души, а об этом нельзя забывать. «Блокада». Книга. Очень хорошая книга. Показана, ну, настоящая жизнь людей во время блокады. Во Второй мировой, наверное, все-таки судьба человека. Все-таки это такая личностная история о человеке, который попал в концлагерь, который там смог выжить. Да, это, наверное, по моему мнению, лучшее произведение. Все книги, они как бы, как каждая книга, это особая жизнь. Это судьба людей. Поэтому я даже не могу назвать, какая самая любимая. Они все любимые.